думаю, можно, потому что, наверное, первое серебро в истории. Конечно, все рассчитывали на золото, но, наверное, надо довольствоваться на сегодняшний день серебром. Вы считаете, что Краснодар упустил титул из-за смены тренера? Вот, вы как считаете, могли ли это быть связано? Я не знаю, тяжело сказать. Упустили очки в парных играх по весне, и поэтому сейчас старт. И установите, а вот если он, возможно, переходит в ПСЖ, вы как считаете, Матвей готов к такому? Вот, сейчас выйдет он. Не, понятно, его именно по уровню, я спрашиваю. По уровню вы как считаете, он готов к такому? Я считаю, по уровню он очень хороший вратарь. Ты как реагируешь на такие новости? Ты никак не реагируешь. Ну, понятно никак же, реагировать. Контекст понятен, то, что если Матвей уходит, ты первый номер. Ну, как мне на это реагировать? Не обращаю внимания, вот, слухи пока. Просто поговаривали про то, что тобой интересуется «Спартак». Поговаривали, там и ты ни разу не слышал? Я не отвлекался ни на что. Как это реагировали? Положение стула. Я никак не реагировал. Почему я должен как-то реагировать? Ну, вообще, вот как вы думаете, потянет он ПСЖ? Ну, я уже сказал, он хороший вратарь. Потянет, нет, это уже от него будет зависеть. Это на ум будет? Следующий сезон. Почему нет? Способны бороться за чемпионство и превзойти нынешний результат в следующем сезоне? Конечно, способны. У нас хорошая команда, которая способна решать хорошие задачи. Скажи, пожалуйста, ты сам как, если Матвей остается, ты, ну, по-разному может сложиться судьба, могут переговоры не завершиться, что-то не сложится. Ты сам готов дальше оставаться, если Матвей останется? Хочешь в это? Но тебя устраивает роль, которая есть сейчас? А какая у меня роль сейчас? Но сейчас ты не основной вратарь, хотя, в общем, по потенциалу, да. А, я не понял вопрос. Да, если Матвей остается, ты как свое видишь? Видишь? Я думаю, нет, мне кажется, уже я пересидел. Ага. И ты бы хотел чего? Аренды или полноценный переход? Будем общаться с руководством.